Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Позвольте вам представить новинку от фирмы Hobby Boss. Сборная модель российского многофункционального легкого истребителя МиГ-35 в 48-м масштабе. Длина модели составляет почти 353 мм, размах крыла 246. Набор содержит реклама-лист, литники с деталями, фототравление, инструкцию для сборки, схему окраски модели и нанесения декалей, и саму декаль. Верхняя половина фюзеляжа перед вами. Присутствует очень достойная как клепка, так и расшивка. Часть крыла отлита вместе с фюзеляжем. Нижняя часть. Прекрасно проработаны ниши шасси. Вообще, данная модель унифицирована с моделью МиГ-29К 2023 года. Естественно, что добавлены новые детали и, соответственно, декаль. На данном литнике находится стабилизатор, киль, подвижные элементы крыла, приборная панель. Приборная панель отлита сразу с имитацией мониторов. Есть еще декаль на них, причем в двух вариантах – включенных мониторах и нет. Киль отлит из двух половин и без руля направления. Часть передней стойки шасси. Подвижные элементы крыла отлиты отдельными деталями. В модели есть возможность установить воздушный тормоз в выпущенном положении. На втором литнике расположились кабина пилота, его кресло, непрозрачная часть фонаря. Кабина пилота, в модели очевидно видно, что она для двух членов экипажа. Но не переживайте, вторая часть потом накрывается, ее видно на модели не будет. Кресло пилота состоит, ну как я насчитал, аж из 13 деталей. И очень детализированное получается. На этом литнике каналы воздухозаборников, крыло, части кресла пилота, стойки шасси, створки низ шасси. Опоры стоек шасси выполнены с максимальной подробной деталировкой и имеют выделенный элемент штока гидроамортизатора. Створки низ шасси отлично проработаны. Также низ шасси компонуется внутренней проработкой интерьера, которая сочетает в себе некоторые элементы конструкции фюзеляжа, а также детали электрогидропроводки. Не озвучил вам ранее. Боковые части кресла пилота. Каналы воздухозаборников дополняются фототравленными деталями. Два одинаковых литника с деталями сопел, колесами, рулями направления. Внешняя часть сопла дана в двух вариантах – на форсаже и в режиме нормальной работы. Колесо основной стойки шасси располовинено, отлито вместе с диском, имеет хорошую проработку. И аналогично все это и на колесо передней опоры. Конус обтекателя RLS и верхняя плоскость части крыла.
Литник с подвесным вооружением, с подвесными топливными баками. Подвесной топливный бак ПТБ 1500. Самое интересное, что в схеме окраски он есть, а в инструкции для сборки нет. Как и в схеме установки подвесного вооружения на пилонах. Два одинаковых литника, снова же с подвесным вооружением. И еще одним ПТБ, на этот раз 1150. Варианты вооружения разнообразные. Р-77, Р-73М, Х-31П, Х-35, КАП-500 и малогабаритная станция помех ММСП-418К. Внутренней части сопел. Опять же, два варианта, при форсаже и без. Литник с прозрачными деталями. Меня очень интересовал шов продольный. И он есть. Фонарь, кстати, можно сделать и в открытом положении. Помимо него, из прозрачного пластика выполнены оптика головок наведения ракет, а также приборы БАНа. Плат фототравления. Помимо других деталей присутствуют и привязные ремни на кресло пилота. Декаль на два варианта окраски. Опознавательные знаки. Мониторы в приборной панели можно даже сделать включенными. Много технички и декали на подвесное вооружение. У Hobby Boss обязательный цветной лист с рекламой двух моделей. Инструкция черно-белая, содержимое набора на второй странице, дальше шаги сборки. На последней странице схема подвески вооружения. Цветная схема окраски и нанесения декалей подвесного вооружения. Схема окраски и нанесения декалей цветная, формат А3. Варианта окраски 2. И приобрести модель вы можете на нашем сайте aeteromodelist.ru. Ссылку на модель оставлю в описании к видео и в комментариях тоже оставлю. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш я-моделист и я, Виталий Новиков.